Предлагаю вам занять удобную позу. Может быть, сидя, может быть, лежа, чтобы вам было максимально комфортно. И когда вы будете готовы, можно будет закрыть глаза, руки расположить вдоль своего тела или на бедрах и начать расслабляться. И я буду считать от 1 до 10. И с каждым следующим счетом можно будет расслабляться чуточку больше. И погружаться внутрь себя чуточку глубже. 1. И можно почувствовать, как у вас расслабляется ваша левая нога. От кончиков пальцев до бедра или наоборот. 2. И можно почувствовать, как у вас расслабляется ваша правая рука от кончиков пальцев до плеча или наоборот. 3. Расслабляется ваша левая рука кончиков пальцев до локтя или наоборот. 4. Расслабляется ваша правая нога от кончиков пальцев до бедра или наоборот. 5. Расслабляются мышцы живота. 6. Расслабляются мышцы поясниц, мышцы спины, мышцы плеч. 7. Расслабляются мышцы солнечного сплетения, мышцы груди. 8. Расслабляются мышцы шеи, мышцы челюсти, мышцы век. 8. Расслабляются мышцы губ, мышцы языка, мышцы носа.
мышцы век, девять. И можно погрузиться еще чуточку глубже. Еще чуточку глубже внутрь себя. И, находясь внутри себя, увидьте, представьте, пожалуйста, ваш иммунитет, который защищает вас от разных болезней, от разных вирусов, от разных недугов. Какого он цвета? Какой объем занимает? Сколько энергии в вашем иммунитете? На сколько процентов из 100 он работает? И теперь можно погрузиться еще чуточку глубже и отправиться в свое прошлое. И пускай перед вашим внутренним взором проявится те ситуации, в которых вы застряли в прошлом, в которых застряла ваша энергия, ваша сила, ваша мощь. Что это за ситуации? Что там происходило? Что вы оставили в тех ситуациях? Себя, свою силу, свою энергию. И когда вы это поймете, отправьте внутрь себя намерение. Скажите себе: я выбираю вернуть себе из прошлого всю ту энергию, которая там была, потому что это моя энергия, нужна мне здесь и сейчас. Можно увидеть, как та энергия, которую вы оставили в прошлом, начинает возвращаться к вам в том темпе,
который будет для вас наиболее удобен. И когда эта энергия возвращается к вам, обратите внимание, как меняются ваши ощущения от вашего тела, как изменяется образ вашего иммунитета. Насколько он становится более насыщенным, сильным, мощным. И эта работа может продолжаться все то время, которое необходимо, чтобы вы вернули себе всю свою энергию, всю свою силу, то, что можно вернуть здесь и сейчас. Если там в прошлом остался образ вас, вы можете сказать себе, тому в прошлом: ты держишься за иллюзию. Того больше нет. Иди ко мне, чтобы мы могли жить вкусную, красивую, здоровую, богатую, изобильную жизнь. Ты мне нужен, мне тебя не хватало. И посмотрите, пожалуйста, как отреагирует образ вас в прошлом. Готов ли он прийти к вам сюда, в настоящее, вот здесь и сейчас? И если да, то что для этого нужно? Какие слова сказать образу вас там, в прошлом, чтобы он захотел отпустить ту ситуацию и вернуть себе из той ситуации всю энергию, всю силу, которую он туда отдавал? Когда вы в прошлом вернете себе всю свою энергию, всю свою силу и отдадите другим людям все то, что им принадлежит, все их
ожидания, надежды, мечты. Когда вы вернете себе все свое и отдадите другим людям все их, насколько быстро этот образ вас из прошлого начнет к вам приближаться для того, чтобы воссоединиться . Можете сказать этому образу себя из прошлого: я тебя вижу, и я выбираю проявлять к тебе только хорошие, добрые, теплые чувства. Я больше никогда не буду тебя ругать, не буду обвинять, не буду наказывать. Я выбираю о тебе заботиться. Я выбираю тебя любить. И я предлагаю тебе воссоединиться со мной и занять достойное место внутри меня, внутри моего тела. Я больше никогда от тебя не откажусь, ни за что тебя не брошу, потому что я — это ты, а ты — это я. Мне тебя не хватало. Ты мне нужен, ты мне нужна. Займи достойное место внутри меня. И когда образ вас из прошлого воссоединиться с вами, скажите этому образу: и я разрешаю тебе взрослеть внутри меня с удобной для тебя скоростью, чтобы ты могла получить доступ ко всему моему опыту. И обратите внимание, как изменится образ вашего иммунитета, когда вы вернете себе свою энергию, вернете себе образ себя из прошлого. Какого цвета теперь ваш иммунитет? Насколько теперь он работает? Как изменилась сила вашего иммунитета? И пока все это происходит, можете обратить внимание на свое будущее, и пускай перед вашим внутренним взором проявятся те ситуации в вашем будущем, в которые вы вкладываете энергию,
которую вы вкладывали энергию до сих пор, и мысленно скажите этим ситуациям. Может быть, вы чего-то боитесь в своем будущем. Может быть, чего-то предвкушаете. И скажите этим ситуациям из вашего будущего: я выбираю вернуть себе всю ту энергию, в которую я вас вкладывал. И обратите внимание, в каком виде начнет возвращаться к вам то ваше, которое вы вкладывали в ваше будущее. И можно поставить фильтр между вашим будущим и вами, чтобы к вам возвращалось только ваше. Только ваша энергия, ваши надежды, ваши мечты, ваша сила. Разрешите себе вернуть себе ту энергию, которую вы почему-то отправляли в будущее для того, чтобы эта ваша энергия помогала вам здесь и сейчас, в настоящем. Для того, чтобы эта ваша энергия напитывала вас, ваш иммунитет, вашу силу. И можно поставить фильтр между собой и своим прошлым, между собой и своим будущим, и продолжать возвращать себе всю ту энергию, которую вы до сих пор бездарно разбрасывали в своем прошлом или в своем будущем. И можно эту энергию принимать внутрь себя для того, чтобы эта энергия поддерживала процесс вашего оздоровления, выздоровления, омоложения ваших органов, ваших систем, для того, чтобы к вам вернулось ощущение молодости, ощущение здоровья, ощущение силы. И можно почувствовать и увидеть, как изменится ваш иммунитет, когда вы даете ему много энергии, которую вы возвращаете себе
из своего прошлого, из своего будущего. Насколько лучше теперь ваш иммунитет работает на ваше благо, на защиту вашего здоровья, на защиту ваших границ. И можно продолжать давать много энергии вашему иммунитету, продолжать напитывать его энергией. И можно обратить внимание, как теперь себя ведет ваш иммунитет, и если на вас нападали какие-то хвори или болезни, болезнетворные бактерии или какой-то вирус. Как теперь будет идти взаимодействие с тем, что пытается нападать на ваш иммунитет? Что теперь происходит с вашим иммунитетом, когда на него пытается напасть какой-то вирус или какая-то вредная бактерия, какая-то болезнь? И можно продолжать усиливать свой иммунитет, чтобы он легко отторгал любые чуждые субстанции, которые вредят вам, вашему здоровью, вашему благополучию, вашему саморазвитию, вашему счастью, вашему богатству, вашей самореализации. И можно продолжать забирать из своего прошлого, из своего будущего всю ту энергию, которую можно вернуть себе здесь, сейчас, для того, чтобы укрепить свой иммунитет, чтобы он продолжал помогать вам, защищать вас от любых вирусов, от любых болезней. И вы можете сказать своему иммунитету, что он может подготовиться даже к тем вирусам, к тем болезням, которых еще нет в его библиотеке, что ваш иммунитет может получить доступ к Всемирному банку знаний, получить, скачать оттуда всю необходимую информацию, чтобы ваш иммунитет мог противостоять любым вирусам, любым бактериям, чтобы ваш иммунитет мог стоять на страже вашего здоровья,
чтобы ваш иммунитет помогал вам чувствовать себя живым, энергичным, радостным, веселым, счастливым. И этот процесс может продолжаться столько времени, сколько необходимо. Для того, чтобы вы могли усилить ваш иммунитет настолько, насколько необходимо, настолько, насколько это возможно здесь и сейчас, и чтобы ваш иммунитет стал большим, светящимся, целостно. И можно разрешить себе продолжать наслаждаться этим состоянием и отправить внутрь себя разрешение. Да, я разрешаю моему иммунитету защищать меня, мое здоровье, мое счастье, мою радость, мое богатство, мое изобилие, мою самореализацию. Защищать от того, что может этому помешать. И ваш иммунитет может пропускать внутрь вас только то, что может оказаться на самом деле полезным для вас, отторгая все остальное. И можно продолжать собирать энергию своего прошлого, своего будущего, возвращая ее себе здесь и сейчас, соединяясь с этой энергией, ощущая, как меняются ваши ощущения от тела, как меняется ваше понимание себя. Кто вы теперь есть, как вы теперь называетесь, как вы теперь будете действовать. И этот процесс может занять столько времени, сколько необходимо. И ваше бессознательное может делать все необходимое для того, чтобы продолжать укреплять ваш иммунитет, ваше здоровье, ваше хорошее самочувствие, продолжать улучшать ваше настроение для того, чтобы вы могли по-настоящему наслаждаться жизнью. И если ваше бессознательное посчитает, что есть еще какая-то задача, которую необходимо решить во время именно этого путешествия, ваше бессознательное может запустить все необходимые процессы,
подключить все необходимые ресурсы для того, чтобы могли по-настоящему наслаждаться своей жизнью, тем, как вы живете, какие у вас ощущения от тела, тем, чем вы занимаетесь. Необходимо помнить, что можно забывать, и забывать о том, что необходимо помнить, потому что, забывая о том, что ты помнишь, можно помнить о том, что ты уже забыл, но это на самом деле не важно. И можно осознать, как изменились ваши ощущения от вашего тела, как изменился образ вашего иммунитета. Проверьте, пожалуйста, насколько этот образ целостный. Если в вашем иммунитете есть еще какие-то дырки или проплешины, вы можете зарастить эти дырки, эти проплешины, чтобы ваш иммунитет стал целостным. И я буду считать от 10 до 1, и с каждым следующим счетом можно будет постепенно возвращаться обратно с хорошим самочувствием и хорошим настроением. 10. И можно осознать, как изменился цвет вашего иммунитета, как изменился объем вашего иммунитета, как изменилась плотность вашего иммунитета. 9. И можно осознать, как теперь ваш иммунитет будет реагировать на вирусы. 8. И можно почувствовать, как пульсирует кровь в кончиках пальцев ваших рук. 7. В кончиках пальцев ваших ног. 5. Можно почувствовать, как бьется ваше сердце. 6. И можно начинать лучше слышать звуки вокруг. 5. И можно пошевелить пальцами на руках, на ногах. 4. И можно постепенно возвращаться обратно, чтобы, когда я скажу 1, вы могли вернуться обратно с хорошим самочувствием, хорошим настроением. 3. И можно пошевелить руками, ногами. 2. И ваша грудь может сделать глубокий вдох и медленный протяжный выдох. 1. И можно открыть глаза и выйти из транса с хорошим самочувствием, хорошим настроением, ощущением, что проделана большая важная работа. Возвращайтесь, этот мир ждет вас.